Конец 17-го, да. Акцент на самом аккорде и акцент на предпоследней ноте вот этой. Вот. Можно последнюю нотку тоже ударить, но только тихонечко и вовремя. Абсолютно обойтись без последнего удара. Дальше, перед 17-м тактом. Тут нота си написана четвертым пальцем. Вот. Перед 17-м тактом. По-моему, это не совсем правильно. По-моему, можно так. То есть не четвертым пальцем, а уже сразу начать барре. Вот. Первый палец положить. Раз. Постановка руки. Что-то вот у тебя все время рука вот так стоит, правая, вот, правая. Да? Вот как-то вот так. То есть у тебя вот первые, вот это основные фаланги почему-то стоят практически параллельно плоскости ладони. То есть вот так у тебя как-то стоят пальцы. Вот. И работает фактически только две фаланги. Вот. У тебя как-то вот так работают они. Вот. А надо вот так в идеале. Я же тебе показывал и это на видео показывал. Вот. Вот. То есть вот этот безымянный палец, если уж ты ставишь, допустим, на первую струну, вот, то он, как тебе показать, вот так. Вот. Вот этот безымянный палец, да? Фактически он ровный должен стоять. Вот если вот две точки, вот большой палец и этот палец. Вот. Как видно? Вот сейчас покажу. Черт его знает. Вот так, наверное. Вот. Вот на какое расстояние. Вот этот палец ровный. Если у тебя он согнутый, получается у тебя вот так вот как-то почти прижата ладонь к деке, почти, да? И получается вот работают две фаланги. Вот. Если ты вот этот палец выпрямишь, безымянный, вот, вот этот, вот, вот большой стоит где-то на стороне, даже как ты любишь. Но все равно расстояние вот какое. И работают пальцы фактически три фаланги. Видишь? Вот. 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 А
если ты согнешь ее, получается вот так. Видишь, две только фаланги работают. Вот. Значит, вот. При таком положении звук будет совсем другой. Вот. Три фаланги. Ну. И с тембрами ищи. Ты все время почему-то в основном вот в этом районе. Ну, сейчас ты начал уже и другие тембры искать. Здесь, хорошо. Здесь чуть-чуть, вот. Но это в зависимости от качества гитары. Бывает, что гитара чуть, хорошая гитара, так чуть изменишь положение руки, буквально на сантиметр, уже совершенно другой тембр. Когда гитара не очень качественная, тут шире приходится работать. Вот. Смотри, здесь тембр. А здесь? А здесь? Видишь? Вот. Значит, более мягкий тембр ищи не только здесь, вот, но еще и здесь, ближе, сюда.